Торговый центр «Ларец» отметил свой день рождения большим шумным праздником. Больше всего были рады дети, которых собралось очень много. И это неудивительно, ведь руководство «Ларца» позиционирует центр как место семейного отдыха. У нас все сделано для того, чтобы посетители приходили к нам в торговый центр и чувствовали себя здесь как дома. Соответственно, у нас есть и детская комната, есть магазины для мам, есть магазин, книжный магазин, который тоже интересен для школьников, для студентов. Здесь часто проходят тематические акции, мастер-классы, благотворительные мероприятия и праздники. В свой день рождения торговый центр подготовил для детей большую развлекательную программу. Дуэт иллюзионистов «Спасские» показывал фокусы. Немалая очередь выстроилась к мастерам аквагрима. Просто замечательно. Не ожидали, что будет круто, весело. Так, для детей все очень нравится. Ну, по-моему, праздник просто прекрасный. Почти как дома. Очень интересно прямо. А главным событием дня стало подведение итогов кастинга киножурнала «Ералаш», который проходил здесь в течение месяца. Сегодня, в общем, результат того, что дети, так сказать, мы тщательно все это отобрали, вы увидите, и все увидят, как мы работали, как мои тут режиссеры приезжали, все работали. Вот, а сейчас будет, так сказать, финал. Главное, что мы обещали, будут награждены победители. Им вручают красивые призы, дипломы всякие. И, конечно же, экскурсию на студию «Ералаш» обязательно, где я ее сам буду проводить. На кастинге дети проходили через творческие задания. Результат все увидели на экранах. Самых талантливых ребят отметили дипломами и подарочными сертификатами. Оставался открытым вопрос, кто же получит главный приз. Ну, мне понравилось, что Борис Горячевский приехал, во-первых. Во-вторых, мои дети уже вторую неделю здесь участвуют в конкурсе. Ну, будем надеяться, что выиграют. В ожидании объявления победителя конкурса дети поучаствовали в увлекательном химическом шоу, от которого все остались в восторге. И вот настал долгожданный момент вручения главного приза – путевки на большой фестиваль «Ералаша» в следующем году. И получает его Полина Леонтьева! Полина! Возможно, в будущем Полина станет одной из звезд главного детского киножурнала страны. В самом начале думала, что вообще не получили какого-то места, но оказалось, я получила главный приз. Именно поэтому я мечтала об этом. Уже скоро в торговом центре «Ларец» состоятся новые мероприятия. Узнать о них можно на официальном сайте и в группах в социальных сетях. Дмитрий Книга, Евгений Садовский, Ольга Садовская, «Видное ТВ».